Вот Марина отбирает мешки дырявые от недырявых. Ну что, я пойду, на, там уже 2/3 набралось бака воды. 2/3, да. Потом выпустим. Что, пойду солому набирать пока? Набрать, полную надо, легко исчерпать будет. Рынка пусть течет. Так, вот это, которое берет, кого-то из ребятишек взять там, и чтобы помогали тебе мешок держать. И набить их, связывать, мешка по 4 можно на шею увести. Вот здесь Полина у нас набирает банки. Вот видишь, как в деревне-то ей. Дай-ка я маленько попробую пивну. Останька. Ах, хорошая вода. Это вот почистили колодец, осветили у Володи здесь. Ну куда вот поехать? Никита все бросил. И так бы сейчас здесь был. Ну, каждый волен, что делать. Вот это разбирает. Порезали. Куда там кого-то взять? Моет корни хрена. В прошлом году солодки, а сейчас хрен. Это каждый день. Нестора заберу с собой. Бери. Полина сейчас освободится и поможет. Поможет, давай. А вот хрен раскладывает, сушит. Полина, пока не по траве прямо. Траву пригибай. Трава с парыш или конотопка, мурава называют. Видите как. Деревня даже ни в какое сравнение с городом. В городе ничего не делает. Все, только пойдем. Научиться пакостям. Хочешь развратиться, поезжай в город. Лев Николаевич Толстой. Вот она помыла их. Теперь раскладывать их в росине. Вот смотри. До обеда все работают. А после обеда они будут заниматься, играть. Потом набрать вон тот чан полный. Полина, вот туда воткнешь его. Сейчас солому берут. Начинаем приводить в порядок лагерные постройки. Ну, музей где. Сегодня сказали, перекроили в деревне. И вот где дома стоят, ни одного дома больше ставить нельзя. Да какое же восстановление Потеряевки? Это опять придумали что-то. Почему на первом месте Алтайский край по коррупции, говорят, в России. Самая низкая зарплата. То есть никак не везет. Уже все оформлено было, земля на месте. Вдруг, бац. Это она длинная, да? А? Длинная она будет? Нет? Ну, бери, больше-то нету. Там где-то порвется, где-то замнется. Набирай все мешки, набивай. Это овечки тут. Тут, ну, около метра. Ну, не метра, но сантиметров 80 вверх. Тут никогда не промерзнет. Овцы, видно, зимой тут. Вот стою. Да ничего, около метра будет. Калашников, строители. Все делали. Тоже уехали в город. А в город еще от и до. А в деревне тут так не пойдет жизнь от и до. Видите, как привязывали к рельсам. Тень отнесем туда направо. Ну, серьезное дело было. А тут сейчас все разбирает, все пошатнувшееся. Главное, овечки. Под ногами просто как пружинит. Как у Карпа Осиповича Песков описывает. Видите, сколько работы, сколько, как она интересна, дает жизнь, сравнение, видишь. В прошлом году в это время пали у нас еще не было. А нынче она уже сейчас приехала тут, любовь завела. И через 2 месяца сколько уже котятки могут быть у ней.